самый наборчик, который я сейчас возьму, и мне очень интересно попробовать продукты из них. Итак, моя новинка по уходу за волосами. Марка Луи. Потрясающая. От невероятно талантливого стилиста из Голливуда Джен Эткин. Марка совершенно новая. Она появилась совсем недавно в магазинах Sephora в Соединенных Штатах Америки. На российском рынке данная марка еще не представлена. Честно говоря, я пыталась найти хоть какую-то информацию, и данной информации не нашла. Поэтому все, кому интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Сейчас я достаточно быстро покажу вам содержимое данных упаковок, а потом через какое-то время я обязательно сделаю отдельное видео о всех продуктах, которые я приобрела, расскажу вам свое мнение о каждом из них. Итак, мы открываем коробочку. Соответственно, внутри находятся наши с вами продукты. Я открываю коробочку сзади, и, собственно, вот мы видим. Сейчас я их быстренько достану, и мы по ним пробежимся. Внутри данной невероятно стильной, на мой взгляд, коробки, как я уже сказала, находились три продукта Travel Size и набор эластичных резинок. Ну, с резинками все понятно, они беленькие, их здесь 6 штучек, и очень смешно, на обратной стороне упаковочки написано Case of Emergency, то есть в случае какой-то опасности. Первый продукт, о котором бы хотелось рассказать, это вот такой вот текстурирующий спрей для волос. Это Texturizing Hair Spray в объеме 40 грамм. Вот такая вот очень симпатичная серебряная баночка. Данный спрей, он великолепно придает текстуру вашим волосам, он придает им объем. Его консистенция очень легкая, он прекрасно абсорбирует кожное сало, его, в принципе, также можно использовать и как сухой шампунь. Он очень прост в использовании, как вы знаете, как и любой сухой шампунь. У него, соответственно, классический такой вот спрей-дозатор. Буду пробовать данный спрей на своих волосах и надеюсь, что эффект будет очень и очень достойный. Второй продукт, на котором бы хотелось остановиться, это вот такой вот Wave Spray. Это спрей для волнистых волос, собственно, и для придания волнистости вашим волосам. Это такая легкая водичка в объеме 50 мл, такого вот желтенького цвета. Такая вот прекрасная водичка, которая, помимо того, что придает блеск вашим волосам, также создает эффект таких вот очень растрепанных естественных волос, легких кудрей и естественного лоска без эффекта overdone. Эти продукты, он уже в более небольшом объеме, он в объеме 15 мл. Это finishing cream. Это такое вот молочко для волос, либо его можно назвать также кремом для волос, который прекрасно увлажняет ваши волосы, который заботится о том, чтобы ваши кончики никогда не секлись. Его можно наносить на всю длину волос, его можно наносить только на проблемные зоны волос. Он прекрасно кондиционирует ваши волосы, увлажняет их и делает их эластичными и блестящими. Я планирую поселить данный крем в моей сумочке, и для того, чтобы он заботился о моих волосах во время моих каких-то дел, во время моих поездок, во время моих перелетов, для того, чтобы где бы я ни оказалась, мои волосы всегда были ухоженными, увлажненными и блестящими. Еще раз набор от марки Oui. Также я взяла вот такой вот упаковку. Это Treatment Mask. Здесь три моноупаковочки лечебной маски для волос. Каждая данная упаковочка объемом 9 мл. Я думаю, что ее прекрасно хватит на полноценное использование даже на длинных волосах, потому что состав данной маски очень и очень концентрированный. Ее стоит нанести всего на несколько минут, и за эти несколько минут данная маска превратит ваши волосы в такую вот очень шелковую субстанцию, очень эластичную, очень блестящую, восстановит их, уберет всю ту сухость, которая на них есть, все эти проблемные участки. И данная маска специально предназначена именно для поврежденных волос, для восстановления волос, и работает она очень активно именно на поврежденных участках ваших волос. Вот, как я и обещала, мы быстренько пробежались по новинкам.
по уходу за волосами от совершенно потрясающей марки OWI. Я, как я уже сказала, обещаю через какое-то время сделать вам отдельное видео про то, насколько мне понравились данные продукты уже непосредственно в активном использовании. Если вы не являетесь подписчиком моего канала, то скорее подписывайтесь на него, чтобы смотреть новинки моих видео первыми. Если вам нравится данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, задавайте вопросы, если они у вас возникают. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.